категории до 57 килограммов. Старые боксеры в кроссовку. Максим Черногуз. Москва. Синим. Егор Шатало. Косна. Thank you.
синего кубринга Егор Шантал, боксер первой русской разряда из клуба «Ринга» города Тосно. Он четвертый год России, провел 38 боев, где одержал победу. Егор является победителем первенства Санкт-Петербурга и участником первенства России. Тренеры Алексей Новый и Сергей Мялкин. Приготовиться к церемонии награждения финалиста предыдущей пары. Лосяков Галимов. Судейская бригада следующих парах в прежнем составе приготовится к церемонии награждения финалистами весовой категории до 50 кг, а также Арову, Бердюк и Белеев.